День, мои уважаемые подписчики, а также все те, кто впервые зашел на мой канал. Меня зовут Ирина, и это мой ювелирный магазин Нефертити. Сегодня посмотрим с вами натуральные камушки от компании Яспис. Серебро 925 пробы с чернением немножечко. Все натуральные камни доступны для заказа на нашей виртуальной витрине. Также принимаем заказы Viber, WhatsApp. Есть у нас группа ВКонтакте, Инстаграм и группа в Одноклассниках. Сейчас покажу вам наглядно некоторые комплектики. Все комплекты бывают с разными камнями, можно заказать. По камешкам, которые можно вставить, уточняйте, потому что от этого будет меняться цена. Итак, первый комплектик, артикул 2032. Это комплект водолей. Сегодня он у нас с цитрином. Вот такой вот комплект. Ну, колечко можно и вот так вот, если удобно будет повернуть. Вот такой вот комплектик с ярко-желтым цитрином. Оригинальные серьги. Очень красивый всегда дизайн у Ясписа, если кто не знаком. Замочек здесь английский. Капелька цитрина. Вот такое кольцо симметричное. Колечко в комплекте. Размер 17,5. И цена всего комплекта 5640 рублей. Вот такая красотулечка. Следующий комплект. Это у нас комплект 0341. Это комплект Олеся. Есть он в двух вариантах, с лабрадором есть и с кварцем волосатиком. Это сейчас чуть попозже покажу. Лабрадорчик у нас здесь идет зеленоватым, видите, таким свечением. Очень удачно сидят серьги на любой мочке. Они хорошо оцентрованы, то есть она не переваливается, ничего здесь. Нет сильного занижения, но они, тем не менее, смотрятся как такие небольшие клипсики на ухе. Очень красивенькие лабрадорчики. Смотрите, как тут все переливается, играет. Качественный. Оправа не сильно отвлекает внимание. Так, колечко в комплекте. Размер 18. Вот такой лабрадорчик. И цена комплекта 5720. Этот же комплект. Кварцем ворлосатиком, волосы Венеры, артикул 0341-2. Потрясающе здесь камушек ставили, смотрите. Очень хорошо тоже смотрится, оправочка не отвлекает, замочки здесь все то же самое, меняются только камушки. Вот такой кварц. И колечко в комплекте здесь идет побольше, здесь 18,5, цена 7130 с кварцем. Следующий комплект у нас таким серо-голубоватым тиманским агатом, это комплект 0337, называется он «Весна». Здесь маленькие-маленькие натуральные жемчужинки, фианиты вставлены, вот фианиты, маленькие жемчужинки. И серый такой голубой тиманский агат. Очень красивый нежненький комплект, он не тяжелый. Серьги тоже хорошо сидят. Здесь хорошее занижение. Видите, очень приличное. Цвет агата. Очень прям приятный, благородный такой серо-голубой оттенок. Колечко изящное, ничего не цепляется. Размерчик 18. Цена 3980. Вот такой вот комплектик. Следующий комплект. Это у нас комплект папоротник. Артикул 0392. Он идет с ограненным лабрадором. Голубоватое свечение, иризация идет у лабрадора. Плюсом это еще усиливается тем, что он огранен.
тоже очень удачные по мнению клиентов серьги, потому что они очень хорошо занижены. Здесь большие крупные замки на любую мочку. Ну и, конечно, сам вот дизайн. Шикарные серьги. И не крупный, и не мелкий. Вот как раз то, что надо. И повторюсь, вот это вот свечение лабрадора еще и усиливается тем, что он огранен. Колечко здесь. Вот такое вот все. Изогнутое, красивенькое. Резной. Размерчик 20. Все идет в размер. Не маломерит, не большемерит. Цена комплекта 6 330. Высокий лабрадорчик. Очень красивый. Следующий комплект. Артикул 0254. Он идет с кораллом цвета лосось. Такой более оранжевый. Этот комплект называется Шут. Тоже, кто не любит большие крупные серьги, обычно, да, крупные камни начинают вставлять большие серьги, ушки не выдерживают. Здесь прям очень все изящно сделано. Миленький такой небольшой комплектик. Оригинальный дизайн. И натуральный коралл. Замочки. В принципе, даже не сказать, чтобы на маленькую мочку, можно и на маленькую, и на среднюю вполне попробовать. Замки достаточно большие. Но вместе с тем серьги очень изящные. 4 грамм всего. Так, и кольцо. Размерчик 17,5. Цена комплекта 2 970. Так, следующий. Один из хитов от Ясписа. Это комплект Мост. Артикул 0256. В наличии он сейчас есть с цитрином. Здесь, как говорится, все дело в огранке. Очень интересная огранка у камня. Видите, такая она продольно-поперечная. Получается, как будто маленькие-маленькие кубички переливаются он гранями. Опять же, изящные серьги, кто не любит крупности. Замочки английские. Так, колечко здесь 17 размер. И цена комплекта 3 580. Вот такая красотулечка. Смотрите, как все блестит. Бывает с разными камнями. Кому надо, уточняйте. Следующий комплектик. Это у нас комплект... Артикул 0264. Сейчас я разложу. Он идет с бирюзой и есть в двух размерах. Это комплект Сандра. Здесь натуральная бирюза, не крупные камушки. Такие вот, как лучики солнца расходятся от камня. Маленькие кабошончики бирюзы. Занижены замки. Замочки на любую мочку подойдут по полноте. Здесь достаточно много места. Размер колец есть 17. И вот это у нас 18,5. Цена комплектика 4 800. 17 тоже сейчас покажу. Артикул тот же 0264. Бирюза, в принципе, наверное, чуточек поярче, чем в предыдущем. Но здесь прожилочек поменьше. Как-то вот так получается. Тут вот прям видно прожилочки, а здесь они вот еле-еле заметны. Следующий комплект, кто как раз любит крупные вещи. Это комплект артикул 0494. Называется он Медея. Есть в двух вариантах камушков. Здесь потрясающий, конечно, такой, как говорят, пейзажный агат маховой. Очень красивые камни. Большие крупные замочки. Сейчас посмотрим. Ну, тут, да, не надо уточнять, что это на любую мочку подойдет. Может быть, даже кому-то нужны будут заглушечки. Напишите, тогда мы добавим в заказ.
Шикарный, посмотрите, какой агат. Природа все-таки лучший художник. Серьги тяжелые, 15,4 грамма. Колечко в комплекте 21 размер. И цена 9,430. И этот же комплект, артикул 0392, есть с принитом. Принит тоже здесь очень хорошо подобрали, с достаточно крупными такими темными включениями. Лучше сразу на просвет смотреть. Шикарные приниты. Замки тоже большие, и размер кольца. Потому что камни большие, лучше все-таки на крупные руки. Размер кольца 21, и цена с принитом 10,840. Видите, даже все практически идеально в цвет. Следующий комплектик. Это комплект 0306. Артикул. Идет он с лабрадором. Лабрадор кабошончиком и такое свечение голубоватое. В голубой он прям уходит. Смотрите, какая красота. Комплект под старину такой оформлен. Очень красивые серьги. Они подвижная часть. Такие висюлечки. И вот лабрадор, представляете, будет цвет попадать на разные стороны и будет по-разному со всех сторон играть. Замочки английские чуточку занижены. Здесь, как уже сказала, все подвижно. Так, размер кольца. Колечко вот такое вот. Небольшое, изящное. Прям только чтобы показать камушек. Размерчик 18. Это комплект камея. И цена у него 6,520. Далее, следующий комплект щит. Артикул 0011. Есть он в двух размерах. Вставочки здесь черный агат. Вот такие вот агатики. Очень интересный комплект. Крупные достаточно серьги. На жесткой сцепке здесь ничего не двигается. Все зафиксировано, так скажем, как обыграть классические камни в современном дизайне. Вот здесь дизайнерам это очень хорошо удалось. Так, колечки в наличии два размера, 18,5, и есть 17 размер. Цена комплекта 5,570. Следующий комплект. Артикул 0271. Это потрясающей красоты оранжевый коралл. Ну, в ясписи он у нас проходит как коралл лосось. Лосось, конечно, такого цвета прям не совсем бывает, да, но тем не менее, чтобы отличать красный коралл и вот такие вот здесь у нас коралл лосось. Яркий-яркий оранжевый. Подвижные серьги, замочки занижены чуточку. Они камушки, даже не стали их закрывать, чтобы было видно. Даже пористую структуру коралла здесь видно. Вот. Так, колечко, размерчик смотрим. 18,5. И цена комплекта 8,990. Это комплект Асока. Есть он, кстати, с другими камнями. Можно на витринке все посмотреть. Следующий комплект с кораллом. Артикул 0302. Это комплект Чайка. И здесь стоит красный коралл. Вот такой вот ярко-ярко-алый. Ну, Чайка, потому что вот этот вот уголочек напоминает, да, летящую птичку. Тоже один из хитов. Дизайн такой интересный. Небольшие камушки и серьги, при том, что длинненькие, видите, и подвижные. Сейчас сфокусируемся. Они при этом достаточно легкие.
5,4 грамма. Цена небольшая, 3,540 за комплект. И размерчик здесь 18. Вот такая чайка. Так, и заключительный комплект на сегодня. Он идет с празеолитом. Это артикул 0170. Комплект мокка. Вот такой, достаточно простой тоже оправе. И чтобы только-только камушки видно было. Празеолиты, ну, достаточно яркие. Хризолиты, вот такой оливиновый цвет, если можно выразить словами цвет. Просто он даже местами тут, видите, чуточку поворачиваешь, играет и немножко меняется цвет. Замочки не занижены. Вот, собственно, английские замочки на маленькую или среднюю мочку. Празеолиты не закрыты. Вот они большие, такие достаточно крупные. Средний вес серег 5,8 грамма. Колечко в комплекте 18. Цена 4,640. Так, на сегодня все показала. Для заказа, сейчас я тут тебе, заказ лучше оформлять на виртуальной витринке. Там вы посмотрите все замеры, размеры, ширину, длину и так далее. Есть у нас Viber, WhatsApp, группа ВКонтакте, Instagram и группа в Одноклассниках. Если пропустили, то все данные еще внизу под видео в описании находятся. Спасибо, что смотрели вместе со мной вот такую красоту от компании Jaspis. Всем приятного дня и пока-пока!